как же они так тонко режут тост? Это же невозможно! Нет, это возможно. С машинами ГХД Хартман. Мы являемся лидером в производстве высокотехнологичных машин для нарезки, упаковки, порционирования и укладки хлебобулочных изделий. Тысячи клиентов доверяют нашему ноу-хау. Отсюда, из Дельбрюка, Вестфалия, мы торгуем по всему миру. Для наших клиентов мы доступны круглосуточно, 365 дней в году, гарантированно. Нарезка, порционирование, упаковка и клипсация. Мы разработали сложное, высокотехнологичное оборудование для всего этого. На сегодняшний день мы поставили более 6000 систем по всему миру. От маленькой хлеборезки для пекаря за углом до огромных производственных линий, управляющих сложными технологическими циклами производства продуктов питания. Качество – это для нас все. Знак качества «Made in Germany» – почему это так важно для нас? У этого понятия давняя история. Люди во всем мире отождествляют с понятием «Made in Germany» то, что можно почувствовать и увидеть. Разумеется, это отражается и на наших машинах. Когда вы видите, как эти машины работают, как они созданы, это сразу приходит на ум. Понятие «Made in Germany» было, есть и будет знаком высочайшего качества. В этом я абсолютно убежден. Ни одно изделие не покинет стен нашего производства, пока не пройдет полный контроль качества. До 80 часов длится тщательное тестирование всех систем в сухом режиме. Здесь мы находимся в нашем производстве, в ГХД, производстве деталей. Благодаря нашему станочному парку объем собственного производства достиг свыше 90%. Это очень важно для быстрой и точной работы в производстве запчастей. Качество чрезвычайно важно для нашей продукции. За счет этого мы добиваемся высокого срока службы, гарантируя это. Высокое качество дает нам преимущество того, что запчасти сразу подходят, что гарантирует бесперебойную работу. Склад — это то место, благодаря которому наша продукция непрерывно работает. Здесь хранится до 80 тысяч изделий. Усовершенствованная система управления товаром обеспечивает достаточный уровень его наличия. Дефицит предложения практически невозможен. У каждого клиента свои пожелания и идеи. Конечно, существует немало базовых или стандартных машин и типов оборудования. И все же почти все машины индивидуальны. Конечно, такие совещания необходимы для обсуждения всех деталей, чтобы работающие над проектом знали все подробности. Мы регулярно проводим связанные с проектом совещания и, конечно же, с охотой вовлекаем в работу клиента. Бывает даже так, что клиент работает с нами на этапе проектирования и помогает решить, какие именно изменения он хотел бы внести в свое оборудование. Установка оборудования у клиента — это всегда событие. Только здесь наши машины наконец могут показать в реальных условиях, на что они способны. Как только оборудование установлено, начинается обучение персонала. Наши специалисты знакомят операторов с эксплуатацией и обслуживанием системы. Хлебобулочная промышленность справедливо ожидает от нас идеально работающих машин. Причина проста. Если оборудование выходит из строя, например, хлеб нельзя нарезать и упаковать, это грозит уничтожением ценных продуктов питания. Чтобы так далеко не зашло, мы предлагаем не только высокое качество оборудования, но и его полное обслуживание.
Сервисная поддержка ГХД доступна круглосуточно. Наши клиенты могут напрямую связаться с компетентным контактным лицом в ГХД Hartmann. Недавно установленное оборудование оснащается современными дистанционными блоками обслуживания. Если все-таки происходит сбой, наши техники обычно могут найти и решить проблему дистанционно, через линию передачи данных. Основатель компании Георг Hartmann не мог себе и представить, что продукция ГХД достигнет такого высокого технического уровня. В 1933 году инженер из Дельбрюка написал первую главу истории нашей компании, открыв ремонтную мастерскую для местных промыслов. Его сын Йоханнес Hartmann в 1969 году разработал первую машину для нарезки и упаковки хлеба для знакомой пекарни. Оборудование ГХД Hartmann заказано, изготовлено, установлено, и оно работает. И вы знаете, здесь вы покупаете качество. В 1981 году ГХД Hartmann вошел в экспортный бизнес. В последующие годы курс роста быстро набирает обороты. В 2017 году наши производственные площади перешагнули отметку 20 тысяч квадратных метров. Сейчас компания управляется третьим поколением семьи Hartmann Wuk. Преемственность гарантирована. В одном только Дельбрюке у нас работают 200 квалифицированных рабочих. Здесь мы являемся одним из крупнейших работодателей. Наши сотрудники во многом способствуют успеху нашей компании. Их идеи порождают инновации. Подобное возможно только при наличии корпоративной культуры, основанной на доверии и коллегиальности. Наша компания уделяет большое значение обучению. Мы предлагаем молодежи возможность окунуться в интересную сферу деятельности. Этим мы обеспечиваем высокий уровень качества нашего производства. Каждый день мы задаем себе вопрос, что мы можем сделать еще лучше. Мы специализированы в определенной области, но открыты для всего нового, на что есть спрос. С нашей инновативной командой, которая всегда развивает новые идеи, у нас создан надежный фундамент для дальнейшего существования в будущем.